оказались случайно, без всякой лесной одежды. Комары нас покусывают, но место здесь великолепное, а нам надо убить время. Вон там маленький грибочек, я вижу. А тут вот, вот еще буду водить этим телефоном и снимать такую красоту. Да? О, какой красивый белый гриб. Это вообще этаж. В этом месте справа столы. Народ гуляет. Не сегодня, но вообще постоянно. Сегодня тихо. Никого нету. Я буду идти по следу. Подожди. Телефоном я не очень-то умею снимать. Ну, вот так вот. Вот. Так. Как бы это побыстрее прийти еще куда-нибудь. А то уже батарейка у меня разряжается. Все видны как на ладони. В этом ху. Вот не зря сюда приехали. Ой, подожди. Комары же. И маленький. И маленький. Вот рядышком с этим. Покажи, где еще. Ой, еще ты пошел вон куда. Маленький я вот теперь уже только увидела. Он же, ты мох. Во куда надо ездить, а не за 3-9 земель. Да. Красотень. Так, ну покажи последний. Надеюсь, не последний. А, вот он. Ну-ка. Ого, куда он? Ямочку забрался. Ну и надо вокруг посмотреть. Может, это они все видны здесь. А то, что прячется. А, вот еще один. Ты же этот тоже откопал, да? Подожди, вот еще вот. Угу. Ну вот плохо, что это у меня не камера, а телефон. Поэтому... Ой, какая красота. Просто супер. Ладно, сейчас пойду еще искать.